Блядь, просто мана улетает Блядь, вообще. реально, ты бы уже, не знаю, доделал бы себе, блин, второй спек покупил. Че, это каждый раз 50 голды просить? Ну, тут я не помню. Брать не буду, поэтому не помню. Хотя не туда нашел, допустим. Да мне без разницы. Сами выбирают. Не пофиг. Да мне и то впервые будет, я не знаю, где косячить. Но там как, на боссе стоишь, он то есть так он до этого на Владана Тебя жуков. кинул, и я Да, переадал да, его на да. себя, да? Да, и ты забираешь. И ты забираешь. Ну пойдем Смотрите. тогда с тобой на боссе. ДДР, ДД, теперь внимательно меня слушайте, пожалуйста. Смотрите, подкаст истребления, когда я скажу там истребление 30 секунд, милики стопают дамаг по боссу, подходят. Сейчас нет. Да. Подходите, вот, видите, прямоугольник. Вот к концу прямоугольника подходите. Не могу мне представить, почему. Подходите туда все, ждете. Теперь баллада. Как за 20 секунд до истребления весь рейд просчитывать. Это раз. Во-вторых, как только останется истребление, ты отдаешь гимна хп. Ретрики, да, вы врубаете печать повиновения, всю херню, как бы, а подкаст истребления, что происходит, объясняю. Во-первых, нас продамаживает, у нас у всех остается 10% хп. Поэтому, если кто-то из паладинов, такой скилловый пацан, что сможет в этот момент отдать сакру бабу на танка, это будет вообще заебись. Ну, Давай а это тебе могу сделаем. возложение, да? Да, можно. Можешь возложение, кстати, вообще идеально будет. Хорошо, давай тогда ты отдашь возложение либо на меня, либо на Протауса. Я скажу, кто будет тащить в этот момент. И в то же время у всех мобов, которые идут, они во время коста истребления сразу рвутся к блуту. Они начинают идти хаотично к нему. Их надо будет залить. У всех мобов тоже становится 10% хп. Соответственно, их максимально быстро надо залить. То есть РДД, вы стоите, хуярите босс, прошло истребление, сразу свич и бешеное АОЕ просто в этот трэш. Это понятно? На кайте мобов Void, Юдж и... Да. Фрост мага нету у нас. Там никого но... нету фроста. Там никого нету фроста. Ну. Ну, типа, да, конус и этот. У нас тут нового фростного. Да. Да, вон, White Rabbit и Саргазм. Восемь секунд, когда. Ну, в принципе. Давайте. Да, они начинают идти к боссу, и ты уже не затаунтишь. Там надо будет максимально быстро залить этот трэш. Поэтому, когда будете кайтить, постарайтесь максимально далеко отвести. То есть... Под истребление лучше. А... Это у всех должно быть, по идее, нет? Это же Манрикен. Так, а ну, можно уточнить момент? Мы заливаем трэш когда истребление или всегда? Да, только под истребление. Только под истребление. Но и кайте мы тоже только под истребление, правильно? Замедляем это. А, всегда. Кайте, тебе вы всегда, постоянно.
То есть мы, короче, в принципе, вот эти два мага, которых назначили, по боссу вообще не играем, да? Ну, практически, да, вам некогда будет играть по боссу, потому что вы занимаетесь трэш. Понятно. То есть ваша основная задача — это держать кайф и трэш. Шан, подайте меня. Готовность, да, сразу не сбивайтесь. Дайте, пожалуйста, блядь, довести босса. Потому что я кину в него, блядь, топорик и буду съебывать. Дайте, чтобы он дошел до меня. Так. Сейчас я придумаю на кого обвилку. Да я не буду его 3 года вести. Я через этот в Pro Tools вмешательство не пройду. Фьюдж, ты готов? Нет, подождите, говорю. Деньги на карту переводил, все. Теперь готов? Да. Напуливать ни на кого не буду. Все, все готово? Все, играем. Геру? Давайте, Геру. Аккуратно хайтите, там только не сдохнет. Но... Может, вы будете зомбаков стопать? С левой стороны никто не стопает, почему? Забирай. Понятненько. Ебать, это что было? Реаниматор, дай его. Как он меня пиздал? Ты, когда таунтишь босса, ты хотя бы прожимай хоть что-нибудь. Нам нужен ММ. Там на нем берса, блядь, ребят. Вы не наживаете берсу. Я выживаю. У меня сейчас 8 стаков просто было, как бы. Так я проживаю спокойно. Даже... Да, да, у нас так уже там 4. МБ, фьюдж, ВММ аспектнется или нет? ВММ, блядь. МБ 100 голды дать могу на ММС. Ой, зачем тебе ММ, скажи мне? Акцевать этот. Он и без этого, без трека откидывает. Если... Не, в ММ эффективнее просто, ты не шаришь на. Усмирение. Независимо от того, в каком он спеке находится. Приберется в комнате. А я не могу двигаться. Наверное, потому что диван на тебе. Диван сними. Да знай, не порофлить. Он, короче, когда первый раз меня убил, просто обычным ударом 39. Просто ты когда таунтишь, хотя бы блок щитом нажимай. Перед таунтом сразу прожал в таунте. Особенно если таунтишь под исступлением. Он когда заступление, он выше собака сама.
размер. Вот когда я тебе говорю забирать, ну либо давай будешь забирать, либо до, либо после выступления. Если он персу какую-то себя вешает, скажите, я не могу следить, блядь, и за кучей мобов сразу, и за трапами, и за тем, что... Ты заебешься не снимать, потому что он до вступления уходит каждые там 20-30 секунд. Когда на этот выстрел, по-моему, секунд 15. Еще 8. Ну, вообще 8 секунд. У вас тыла куча магов, блядь, чего, близардов нет? Просто новый нет. Близард надо вкачивать. Туда Элима поставить, ну, шамана одного поставить, чтобы он ставил, поставил тотем этот. Да, у нас хант ставил трап, нормально там все было, просто вначале, я первый раз здесь за маг, я закрывал Накс на X1 фуриваром, в X3, блядь, Петриком, поэтому я чуть не одуплил. Сейчас я теперь все понял, и думаю, второй маг тоже понял, что все будет получше. Пускай он трапы просто ставит в середину, мы тогда будем судить. Раз, есть хламопод? Нет, ну сейчас мы можем ставить какие-то регалы, буду ставить, просто регалы нет. Скрафтишься. Там он, кстати, это пернатый зашел. По нему пати кинул. Залил нормально дамаж. Пусть пока просто на замене посидит шейки, там посмотрим сейчас, кто слакать будет, кого поменять. Да, трик хочешь. Что там надо делать с трэшем, чтобы не дошел куда-то? Да, кидай этот просто копье ледяное. И, собственно, примораживай. Да, конус тоже. Да, с каждой свой край возьмет и будет водить конус. Так, ой, я себе, а тут реги подорожали на этих дебилов. Это очень дорого получится. А можно я первого зомбака заберу себе? Забирай. Тогда не сбивайте, пожалуйста, с него контроль. Я его отведу в стороночку. Хорошо. Я не... Ты что там, ради утех его хочешь забрать? Ребят, если у кого-то есть субстанция огня, приму в дар. Накрафчу этих ломоботов. Давайте сомните меня тогда, сомните сейчас, или что-то почему. У меня прочность на 45%. Помада, я сейчас потихоньку буду делать. Это вообще до 4 часа. Никакие... А не берешь? Да, сейчас. Нет, прогрузка была. Ну, он пришел. Сейчас. Почему?
3%. Да. Я делаю, ну, для себя сейчас. Вот. Тоже починился. Думал, уже скрафтить ламу боту, но скорее дорогие, блядь. Надо фармить руками. Поводок сути. Дайте лапу. Сейчас, можно. Пистобаф, может. Так, третий трэш пойдет в квадрат. И что мне с ним делать? Просто катить его, морозить, все? Да. Кидай в него копье ледяное, кидай, блин, этот конус и примораж. Паладины, не постесняйтесь на фьюджа, помимо кулака еще крест. 24, как бы, уже не баф. Ох, Анты, спасибо. Отличный. Понятно. То что с варом? Гиро, давайте как поставить сразу. Поставим сразу. Игорь, кошмар, играем. Преступление. Раунд. Это там пал моба зарибитился, вот это ее с билом контроль, блядь. Просто уже не надо, теперь жми. Ладно. Ну, прожмись. Ничего. Ребята, зомби кушают, не хилится. Бля, ну хорош. Конечно. Ну, если они близко подходят, он ближе подходит. Ну и их жрёт. Истребление. 5 секунд. Готовимся. Все по местам. Все по местам. Милики ушли. Истребление. Просил рейда. Сейчас будет истребление. Блять, что тайминг? Секунд на 10 тоже похоже. Да, вот оно исступление. Быстренько все только по трэшу играем. Забили на босс, только трэш. Забирай. Новых не бить. Все, добили там? Нет. Все, играем по боссу. Исступление. Котик искупление. Котик жмотик. Гимноману, шамик тотем. Ну он 8% себе поднял.
Двух мобов успел сожрать. А, трех даже, значит 12%. Преступление. Выбирай. Милики ушли, истребление 20 секунд. Ждем. Я забрал. Уже стоим, ждем. РДД пока по боссу играем. В следующий раз за 10 секунд побегать. Преступление снизу. Спасибо. Да, тут тайминг на 10 секунд сломан. Забирай. Прожми эту ШВ. Не играем по зомбакам. Все по зомбакам. Все по зомбакам. Я забрал. Вступление. Плюс 4%. О, давай гимну тотем. Баллада гимн на ману, содиум. Телю. Дайте фул баф по мне. 300 баф. Лапу, каску. Забрал босс. Я пока не могу использовать эту способность. Преступление. Слишком далеко будет, мама. Секунд. Истребление. Милики ушли. Войд, по возможности, по-моему, подойди, дай Бэрн. Истребление сними. Ребята, заберите этих мобов. У них хп. Тут тут 40 секунд осталось. Ну, сейчас посмотрим, может таймер тут неправильно работает. Давайте хотя бы посмотрим. Вступление. Поступление. Давай заберу. Не надо, не надо. Сейчас все равно берса должна. Ну пока нет, кстати. Тоже, видимо, секунд 10. Так когда 5 секунд будет, я заберу. И вступление. Давай. Сейчас. Блять. Одна секунда. Давай. А можно собаку с удалицем держать? Зачем? Зачем? Чтобы танк ближе был к тем, кто кайтит, либо, блядь, приходится бегать от одних к другим. Чтобы похилить. Преступление. Увы и ах, не могу, потому что он еще клип дает. Тогда кайтите ближе. Ну, боком истребление больше. Мана нет. Сдай гимн на ману.
Принял. Есть, вот. Берса пришла. Ну, грубо говоря, безумная ярость. Вот Берса у меня началась через где-то полминуты, наверное. Ну, мы могли убивать на самом-то деле, если бы мы раньше убегали, не отъелся. Ну, он отъелся, да, очень много раз. Он, грубо говоря, процентов 20 себе точно нахилил. А как раз перед безумкой у него сейчас оставалось 20%. Если бы не слакали, что отбегали раньше, ну, точно не убили. Так мы еще отбегали за 30 секунд. Там еще 10 секунд ждется после таймера. Там, в принципе, можно на 3 секунде отбегать. Я вот, короче, отбежал на 2 секунде, и как раз подкаст подошел. Ровно. Ну, давайте отбегать, значит, на 2 секунду. Потому кажется, что все таймеры, вижу, сбиты. Вообще все. Да. Мне кажется, что не надо столько людей, чтобы водили. Вам оставь магов и ханта, чтобы он трапу разливал. Остальные пускай бьют. Потому что они, ну, только мешают. Я как бы смотрю за свою сторону. Смотрю, хуяк там у меня Элем забрал моба. Хотя я был готов его забирать. Ну, а зачем Элем забирает? Он должен там тотем ставить. Тотем с корнями, замедление. Элем, только этот, да, только тотемчик ставь и все. Фьюдж, ты кидаешь только трапу. Остальным занимаются маги. 3 метки, 3 мага. Плюс там. Ну, вообще, по-хорошему, они собираются все в кресте, и в кресте катятся толпой. А потом толпа это заливается в масса ОЕ. И не так, чтобы на каждой точке, блядь, по одному человеку бегает. Один танк собирает в кресте, и ему помогают хант, ловушка, близзардами и просто молодым. Да какой близзард, чел? Ты же говорят, не вкачан талант в кресте почему-то. Нет, как должно быть, я говорю. Алло, блядь. Никто не говорил об этом. Должен Ну да, он убивать не дал. Это нас рядом нас резает, да? Да не улица. Повиснуть тебя при Симоне. Четко. Четко. Ладно, я буду. А кто согрел? Не-не-не, я имею в виду собаку, кто согрел. Не. Я комбо спал. Все, спал комбо. Короче, это же суммонник. Есть кто-то из магов в начале инста? О, Миш, стой, поставь поставь двора. Ну, у меня уже 49%. Я 2 раза на бойсе умер, 2 раза на моде сейчас.
Ну, по наступлениям бьет больно, особенно если на тебе еще и стаки есть на уменьшение профила. А он же, получается, с каждой минутой, грубо говоря, с каждым истреблением, он становится сильнее. Ну, 2, 3, 4, 5, когда как. Но я стараюсь его не отвлекать под наступление, после наступления уже ему отдавать. Сразу не шел. Саш, поставь, пожалуйста, шкафчик. Да. Да там по два стака спокойно можно. Да я бегаю как ебанутый по этой площадке, блядь, от одного края к другому, блядь, пытаюсь похилить. Нахуй оно мне надо. Ну, ты встань под жопы у гута, прям... Так я не достаю тех, кто кайтит мобов, понимаешь? И кайтят, бегают, и, блядь, и прохилить их не успеваешь. Я просто предлагаю, допустим, я и Бру туда пойдем, похилить их. Они там просто должны кайтить ближе, и все. Ну, видишь, ближе они срываются. Ну, короче, хилок скажи. Надо к ним поставить, чтобы там... Ну, давайте. Там, я упал, ноги сломал. Они должны, короче, бегать так. Они должны бегать по кругу, и когда... на той... Рейдже, когда они могут подбегать, ну, подбегать к нам, и мы им стер, только тогда дают фигурки. А нет? Там как должно быть? Трэш по центру, его туда потихоньку, ну, маги с этих, с решеток потихоньку подагривают. Танки их перегружают уже на себя и держат метки, а сам по вокруг этих мобов бегает. Я это говорил, мне говорят, хуя. Хочешь ачивку линка, ну что я его упал здесь 25-ки. Именно вот так. Вот тебе ачивка. Что там можно поднять? Вот там Шамик лежит рядом. Крим еще там. А, блин. Бегать надо, а не лежать. Я прибежал, блядь, мобы убили нахуй. Юрс, так что там произошло? А это, слушай. Бегун, ты своими этими орехами долго будешь кидаться, блядь, одного к другому? Кто орехами, блядь, кидается, нахуй? Ну да, это, говорит, Шамик. Интересно. Так он на меня кидает, я когда пул пошел за 3 секунды до пула, он на меня кидает эти орехи, я водный щит, он орехи, опять водный щит. Я не знаю, зачем он это делал. Ну потому что, блядь, ты сказал, что на кого я кидаю, на кого ты кидаешь, блядь. В итоге где твои орехи, блядь? Они висят постоянно на звезде. Да? А когда я на тебя орехи кидал, где они висели, блядь? На звезде. Они всегда на везде висят. Увеличь себе рамку, блядь, чтобы ты видел, блядь. Боюсь, я все вижу прекрасно.
Да нихуя ты не видишь. Я все вижу. У меня вообще-то по макросу не стоят туда. Я специально спрашивал. Я видел, блядь. У меня макрос стоит туда. Сейчас на содиума. Да. Ну, чтоб он начал ровно кидать свои орехи, кидал на него. Я не знаю, зачем это занимается. Ну смотри, понимаешь, потом вот этот шаман скидывает, блядь, орехи. Ты понимаешь, что, блядь, два шамана в рейде, которые сбивают друг друга орехи, потому что один долбоеб сидит и перевешивает, и Что, я тебя не оскорблял вообще-то. Ну так? Просто ты какую-то, блядь, заднюю что-то включаешь. Блядь, да успокойтесь, заебали, блядь. Орехи не поделили. Ёлки, блядь. Да уж. А кого долбоебом не зовут? Где? Не самое смешное, когда два взрослых человека, блядь, ругаются из-за какой-то игры. Вот это. Нет, я, конечно, никого не хочу сейчас защищать, но в данном случае. Надо же, блядь, в первую очередь понимать, что это игра. Дин, как минимум, не ругался, он вообще защищался. Если уж на то дело пошло. Вот смотрю отчет на отходник на щит земли на Волтору. На Протеуса щита земли нет. Смотрю Шамик. Волтору щит земли, Протеус щит земли. И о чем они, блядь, договаривались? Вопрос к Шамику наш. Да они уже в рейде. Может, тогда из-за того, что...
Там это, полипал, сказал, что здесь не дофига, уже по идее должна была быть. Ну окей, договорились. Идем похуесосим друг друга, а сейчас он. Ох, ебать, иди ты нахуй со своими извинениями, блядь. Я скинул скрины, блядь. Кому щиты кидал, блядь? Вопрос, Шамик, нахуя ты на бой танков кидал? Что, щиты? Да. Во время боя, да? А с пула щиты ты видел, где были? Почему, блядь, я на... Ребят, давайте мы, блядь, закончим эту тему сейчас. Вот прям сейчас мы ее закончим, нахуй обсудить ее потом. Давайте сейчас вообще. Все дела, полбал, блядь, и поехали. Крест по паладинам, крест по ханту. Крест по ханту, спасибо, спасибо. От души, душевно, души, блядь. Ну вообще как-то нет эти метки, блядь. И между луной и крестиком буду танку ставить и босса играть. Можешь мне не говорить про исступление, я вижу. Лакрин, ты что там это? Утериваешь по чуть-чуть? Кротл, стой на них. Угу. О, Локушка, подойди ко мне, Саша. Да? Еще поближе. Забирай, наверное. Вот где, блядь, твои орехи сейчас? Бля, вы заебали. Да блядь, своими орехами, серьезно. Не, просто вы потом что-то пиздите, блядь, понимаешь? Блядь, ты сейчас видишь, там орехи, да. Все, закрыли тему нахуй. Стоп-фуд, блядь, во время боя. Сука. Играем по боку. Искупление. Я вижу. Угу. Отлично. А, забирай. Если спали, забирай. Трап. Короче. Протеус. Если спали, кстати, забирай это все. Кадыров, короче, бей босса. Ты один хуй их не трогаешь. Ну я заметил. Истребление. Вот теперь побежали. Забрал. Танков подняли. Играем по зомбакам. Так. У нас Кадыров. Да, реаниматор долбает. Забираем. После искупления забираем. Ага, все отлично, держим.
бдилку на меня лучше кинь просто, чтобы мое огонь на тебя шло. Зомби. Мог побежал, мог побежал. Войт, надо будет дать БР портал. Три секунды. Дам сейчас еще раз. Не, это сейчас все было нормально. Я скажу сейчас такое. Окей, пан поражал БЗшку и таун. Блять, одного зомбика. Сейчас подержи чуть-чуть. Еще одного сожрал. Еще сейчас сожрет. Все, я забрал. Пан, не бойся, он просто тебя держит в таргете, но ты можешь сдохнуть. Я сейчас объясню, почему так пошло. Потому что Хант перерел лужу ближе к миду, к Губосу точнее. И мы бы ходили, получается. Всё, диван, диваны раздать. Стоп, диваны быстро раздать. Быстро диваны раздали. Блять, сейчас отлично шли, пока, блять, не проебались. У нас этот реаниматор ты завис, да? Это ж ты говорил? Нет, у меня все норм. Бля, а кто говорил, что завис? Я во время боя сказал кто-то, я завис, проходит 2 секунды, мне показалось, что это кто-то из скиллов. Проходит 2 секунды и падает сразу же кто-то. Не знаю, я хилил. Кто завис, но сейчас вот трапа зарешала очень сильно. Разливай ее между крестом и луной, и тогда все четко. Потому что ты ее разлил, получается, в квадрате почти. И мобы, ну, короче, мобы водились ближе к боссу. И поэтому... Была проблема отвести их подальше. Че? Не знаю я в чем, была проблема. У меня трапа последняя, вот эта вот, про которую ты говоришь, я ее туда поставил, потому что туда шли мобы под истреблением. А сколько КД на трапу? Сейчас скажу, 24 секунды. Ну, бля, ну там, по-моему, прошло больше 24 секунд после истребления. А, вот тут? Вайт Рэббит, ты меня слышишь? Да? Да, да, кто это? Это второй Макс Оргазм. Смотри, давай ты стоишь в квадратике, я стою... Я с квадрата забирал, но бог, там все нормально было. Вот, получается, Мишка собирает с луны, стоит в луже, водит по кругу, и мы к нему сводим, и он с нас тоже там. Вот, в принципе, изи будет. Okay, да сейчас нормально все было. Только потом... Суммоните, пожалуйста, если там встал лок. Они с луны почти не появляются, они вот с квадрата и с трусов появляются с луны. Там рандом, наверное, какой-то. Сапожисет. Да, они оба тут.
подожди, подожди, нет, притяжку не надо, просто оковы дать, потому что притяжку это им придется от мобов уйти в сторону, в стенку, потерять ДПС, делать притяжку. Ну, просто вот в этот момент нужно заморозку. И плюс эти шаман трик, можешь тотемчик ставить, все дела. Ты смотри, ты с магов снимай этой трёпкой, ауешкой. Мы как бы чуть-чуть нагрели, там пару ледяных кинули. Там агро минимальное количество. Ты тряпкой, ой, тряпкой просто снимаешь и все. Ну, не спорю. Ладно, тогда. Сашка, поставишь рыбку? Поэтому там танчный танк служит, либо полдинга на ДК. Которых у нас, собственно, нет. Там рыба. Рыба стоит. Вон рыба стоит, хавать. Ого, Мустафа присоединяет соединение. Не знаю. Еще б джамшута и Равшан. Это я набираю игроков. Что? Что, рыбу закрыли? Ух ты, мы разбогатели, мы с рыбой. Ну это шейки стоят. Да, шейки пиолы дают. Два человека, у которых значит. Будут ставить. Меня слышно сейчас? Хорошо.